Ну что, друзья, всем привет. Аэропорт Домодедово. Улетаю на Алтай. Жду парней. Сейчас подъедут. И let's go. Будем ловить тайменя. В общем, с одной стороны, хорошо быть знаменитым. Есть свои плюшки. Ну, например, в аэропорту меня узнали, и я не стоял в общей очереди на транспортный контроль. А меня отправили в бизнес-класс. Ну, в самолете мне, конечно, не дадут такую возможность. Я прекрасно понимаю, полечу я эконом. Ну, хоть что-то. 12 августа. Аэропорт Домодедово пустой. И дьюти-фри, кстати, тоже все пусто. Так что разгоняйся, не хочу. Но мы едем на рыбалку. Нам нельзя. Мы должны быть трезвы. О, Dior. В общем, друзья, ирония судьбы. Мы, значит, летели с парнями на рыбалку. Зашли в кафешку кофе выпить. Ну, чтобы в самолете не было страшно. А потом я ничего не помню. И по какой-то случайности я прилетел в Молдавию вместо Алтая, так что бунади меняться, драч приетень, селям, гагаузлар, порыбачил, блядь.